И вот так уже получилось, что с выездом в сторону Соленого у моего перца одна тема только-то и есть. То есть едем сюда, и походу только в Орион. Остальные как-то сдулись, но на сдутых мы привозим двойной тариф. А здесь все гораздо проще. Мы Орион любим, и он нам выдает тоже. А водители мои покупают всегда, когда у меня день рождения, машинки такие газовые. И машинки-то тут на входе, и понять-то надо. Реальные и постоянные новинки – это суть. Дорогие водители, всегда дети хотят купить управляемые машинки, вот такие. Нет, конечно, катать можно все круче, да и лучше показать, как вы ездите. И для всех, и для вашего молодца. И по сути, вам необходимо понять правила езды. Ездить надо аккуратно. А если нет, то будет он свою машинку-то и ремонтировать. Цена вот этого вертолета копейки стоит. Покупайте. А вот это из разряда новинок. Сверхскоростной вертолет. Скоро они будут рулить в воздухе. Лопасти создают подъемную тягу, а далее включаются двигатели. Ну а здесь вообще новинок пруд-пруди. Дорогие наши мамы, всегда у меня есть лодки. Я учусь на них кататься. У меня есть разные, вот такие. У меня есть. Бывают вот такие в магазине Орионе. Так вот, пока мы говорим еще и о спорте. Я объясню, что детям в Орионе есть все. Орион заточен под детей. Да и для тех, кто может еще и понять суть момента созревания человека как оного. Место круче и дешевле поискать-то придется. Но проще приехать в Орион. Дорогие наши папы и мамы, у меня есть велосипед, вот такой. Я на нем на доме учусь кататься. Я пытаюсь на нем кататься. Вот это новинки. Я-то в детстве мечтал играть, да и сейчас не стал бы наигрывать мотивы и не париться с Ютьюбом. Но сори, приходится париться. Я просто жду своего сына, и будет совсем-то круто. Хочу такую балабанную установку. Я сегодня ее заберу. Теперь мысля правильная. Мысля о Звездных войнах. Эта тема вовсю продается в магазинах Анталии. А у нас-то как? А есть? Сегодня папа приехал в магазин Орион. Самая крутая штука – это Звездные войны. Смотрите. Маска Звездных войнов. Человечек из Звездных войнов. И вот затем двинутая штука – конструктора. Там написано «от 7 лет». Моему-то, естественно, меньше. И он начал с ними работать, когда ему было 4. А сейчас он может собирать, ну, типа лего. Те игрушки, которые за мной, чуть-чуть, да, чуть-чуть лет больше, чем у меня. Но я уже могу их собирать. Комиксы, они хороши. Круче, когда это фильмы. Но то, что нравится, так это трансформеры. Это была фантастика, но чтобы так машинки оживали, такого-то никогда и не было. И для начала мы сделаем результат. А позже, научившись специализированных программам, можем и Голливуд заткнуть, так что ли? Бывают трансформеры дорогие, недорогие и дорогие. Вот те трансформеры за мной, это военная техника трансформеров. В общем-то, как-то так и получается. Мы можем вместе сделать дело правильное. Просто нужен ваш подход и результат. А возможен он только здесь. Северо-запад, другого варианта нет. Дешево, круто и правильно. И вот такая работа для вашего блага. И это магазин Орион. Дорогие нас водители, можно с нас, как у мотосына, покупать игрушки? Можно. Только это в магазине Орион. Вот в таком.